Всем привет, вы слышите Лёшу Халецкого, и это продолжение моего ФФА-сериала «Зашумеров». Если вы смотрите его не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней и начать просмотр сначала. Ссылка появляется в верхнем правом углу. Ну а всем остальным приятного просмотра. Через сколько ходов Курикиба горит? Скоро. Да блин. Так, кто тут у нас? Кампусы плюс 10 туризма. Кстати, а что у нас? Ну, если я заключу с тобой сделку, Джоу, ты же пойдешь на Шумера. Нет, я не пойду. Мне нужен только город один, чтобы вернуть, и все. Ну. На него город я не пойду. Шумера. Ну, у тебя 4 города остаются, нахуй, что ты? У него не 4, у него 5. С 5 городами. Ну, как бы 4 нормальных города, мне кажется. Знаешь, с 4 городами делать нечего. Я вот как бы предлагаю такой вариант. Ты же играешь в Курикибу, и мы с тобой мирим. Я считаю, это оптимальный вариант. А у меня нет художественных музеев? О, зашибись. Сейчас я просто пытаюсь хоть как-то восстановить с двух фронтов. Так, я хотел посмотреть по туристической победе, что тут у нас. Кстати, японец уже треть на культурную победу набрал. Причем я не собираюсь побеждать культуру. Даже археологов ни одного не было. Ладно, возьму тогда на всякий случай. Ну, самому честно, ребят. Под шумок. Ну да, смотря на культуру. Ну, у него просто много на этих культурных районов, у него же там бонус японский, видимо, на это дело. Ну, да, я думаю, он не успеет сразу, в любом случае, то есть там кто-то улетит. Кто-то? Ты. Японец и улетит. У него получается по факту 5%, 5 тех преимуществ. Японец, мы с тобой договорились, ты сжигаешь, и мы миримся, да? Да. Ну все, я на тебя больше не атакую, тогда я спокойно жду. То есть ты меня тоже оставил, японец, да? Ну, у тебя еще есть куча ходов, пока он не сожжет город. И нет, я не хочу, чтобы ты Раули захватывал. У тебя будет тогда город на воде, мне это не надо. Я хочу, чтобы его не было вообще. Такое... А ты не сможешь его сжечь, если захватишь? Да. Я, а я хочу, чтобы он у меня был. Я хочу, чтобы он у тебя был. Какой же конфликт интересов-то, а? Так, давайте содержание юнитов. Японец, ты можешь оставить около города несколько подлодок? Бонус от соседства кампуса и 4 пищи от внутренних путей. Спасибо, но я как-то сам разберусь. Вот, и как бы это на случай того, чтобы я вдруг, если начну строить... Ну, вот, плюс одно довольство. Ну, чтобы армию из подводных лодок уже сделать. Так, давайте посмотрим, куплены у меня везде лаборатории.
где можно. Да. Маловато науки, конечно. Да что, японец, мы с тобой не договорились, как я понял? Ну, я ж тебе говорю, я не хочу, чтобы ты захватывал Гуарилис. Ну, тогда надо сделать так, чтобы его сожгли. Кому надо? Договаривайся только... с Шумером. Это только тебе что надо. Причем? Блин. Мне этот город просто вообще не нужен. Ну как бы, Лёша, далековато, ведь тебя будет пускай мне, в всякий случай, чтобы как-то сдерживать какой-то город. Ему город не нужен, но отдать мне его он не хочет. Не, ну, понятно, что, ну, как бы, надо, чтобы по чесноку все было, пускай город останется, я думаю. Пускай Лёшин будет, в чем проблема-то? Ну, я не хочу отдавать ему город. Вот вся проблема. Ну, вот вся проблема, он не хочет. Я тоже не хочу. Подведи, пожалуйста, танк у него стоит, ты видишь, или ты не можешь его обстреливать? Прямо у Гаурулиуса танк. Ладно, я готов отдать город тебе. Мне? Уговорили. Мне или японцу? Это тебе даю город. Ну, то есть мы заключаем мир, и ты заключаешь мир с японцем еще. Ну и с греком, соответственно. Ну и со мной там. Со всеми. Со всеми ты мир заключаешь. Я тебе сейчас скажу. Сейчас идет приоритет. В кого я упорюсь сейчас? Ни в кого не нужно. Нет, ты ни в кого не упорюсь. Ты либо со всеми мир заключаешь, либо продолжается вот это развлекалово. Хорошо. Я не понимаю, почему надо упарываться. У тебя это есть шансы на развитие тут еще победить. Развлекалово. У тебя как бы столица такая офигенная. Блин, вот почему у меня висит вот это? Я готов пожертвовать двумя этими городами, но я пойду и нападу на тебя с суши. Там, где японец не может тебе помочь. Печаль. Так что я... Ты не хочешь замириться со мной, я сделаю так, чтобы ты не победил. Ну, что сделать? Я тут никак не могу победить, судя по демографии. Отлично. В таком случае мы можем все сейчас упростить, отдать ГГ японцу. Нет, слушай, Джек, ты просто берешь на ровном месте, портишь игру всем людям. Причем тут нет, тебя просят заключить мир со всеми. Мне пятером испортили игру, никто не хотел со мной заключать из вас. Ну, ты, потому что, заключая с тобой мир, ты идешь и захватываешь кого-то другого, кто с тобой мир не заключает. Вот и все. И тебе еще не испортили игру. Я, например, по демографии тебя не обгоняю почему-то. Я тебя по демографии не обгоняю. Но ты берешь, то есть я единственный, кто пытается хоть как-то тебя дальше останавливать. Я, потому что я вижу, что как только ты начинаешь дальше развиваться, ты вполне можешь дальше победить. Тем более, что все сейчас переключат фокус на японца. Посмотри на демографию, пожалуйста. Я тебя ни в чем не опережаю. Поэтому я хочу просто этот город себе оставить. При этом я не буду тебя опережать опять же. И я считаю, что и у тебя есть тогда возможность на победу, и у меня есть возможность на победу. Но ты вот просто упарываешься вот в какую-то одну идею, что вот тебе без этих городов не победить никак. При том, что есть люди, которые сейчас уже тебя опережают, на которых, наоборот, фокус будет смещен. Я не очень понимаю вот логику твоих действий. Ты просто тупо хочешь, чтобы все было по-твоему, тупо все было по-твоему, либо я всем порчу игру такой. Зашибись. Я буду отвоевывать твой город до конца. Ну как не всем, если ты сейчас говоришь, давайте признаем ГГ Японии? Я буду воевать за свой город до конца. Ты ж только что хотел его уже отдать. Я буду, так сказать, но я буду, так сказать, одновременно нападать на тебя с другого фронта. Подожди, ты только что хотел его отдать. Не, ну да, вроде бы уже действительно договорились, что тут как-то опять что-то начинается. Мы просто вот именно договорились как бы на одной ситуации. Мы договорились, но, мы же мы тебе говорились давным-давно, что ты со всеми мир заключаешь, а не со мной одним. Понимаешь, я только с тобой не могу одним договориться. Только с тобой. И из этого, так сказать,
Все продолжают. Это неправда. Войну со мной. Тебе японец тоже говорит, что он не будет с тобой воевать, если ты Гаурулис будешь захватывать. Не будешь захватывать. Мы можем его просто сжечь. Ну, это меня уже не волнует. Хотите, сжигайте, хотите, не сжигайте. Просто... Почему я не могу этот город получить? А получается, ничего с этой войны не получил. А я что получил с этой войны? А ты не должен был ничего получить. Я не получил. Мне нужно лидера получить. Мы, да, лидера остановили. Но просто дальнейшая война, ну, как бы, она... Не знаю, мне кажется, ты вот именно что ты сам упарываешься, то есть ты продолжая эту войну, себя хуже делаешь. С каждым ходом. Я как отставал, так и отстаю, как и было. Я вынужден в этой был войне участвовать просто потому, что ты мой сосед. Я тебе предлагаю спокойно замириться и дальше не воевать, там, союз заключить и так далее. А где, так сказать... Что, где? Я должен, допустим, хоть что-то получить с этого. С чего? С того, что мы тебя останавливали? Ты получишь шанс на победу, если ты заключишь мир. А так ты не получишь шанс на победу. Ты по науке еще не особо отстаешь, соответственно. Можно все в своей позе будет. Поворот, так сказать, я не понимаю. Просто если ты сейчас начнешь как бы продолжать воевать, ну ты точно ничего не добьешься. А тут ты еще? Не дашь проход? Кто кому сказал это сейчас? Француз, ты не дашь проход японцу? Забытые войска. Надо бы вынести. Так, это мне ничего не надо. Француз, да, даст. Давай, бразилец, решать, потому что каждый ход войны и тебе, и мне. Хреново. Я уже давно сказал свою идею. Класс. Напомните... Египет, напомните... а ты дал границы открытые бразильцу? Ну говори. Египет, ты дал границы открытые бразильцу? Бразильцу нет, зачем? Ну, мало ли. А зачем ему границы? Он к тебе не подойдет, он к тебе пойдет не по моим границам. Напомните, стакаются карточки на 25 усталости из разных? По-моему, да. Ну, то есть можно две ставить, да, получается? Вроде как да. Ну, я не это буду вам... Это сложно как-то проверять, Я объясню, почему, допустим, я не хочу отдать тебе этот город. Потому что там есть уран. Ну, вот мы и выяснили главную причину, собственно. Да, это вот она причина. Уран есть и в Куритибе. Как бы ты его сожжешь, а на том месте я поставлю не морской город. Ну, попробуй. Ну, как ты понимаешь, тебе японец не даст все равно. Ну, он не получит уран. В любом случае. А ну, если это, вот как-то, бразилец, если ты
хочешь уран получить, допустим, может как-то договориться, что вы не воюете там, ну, типа, с нами не воюешь ты, и мы там тебе как-то единицу урана, допустим, даем, если будешь не в нас запускать бомбы, что-то того. О, блин, я могу уже коммунизм принять. Вот как бы, смотри, у меня пока что план такой, я буду воевать за Гуарильню до конца, пока есть там, допустим, пока он стоит, как только он, допустим, будет уничтожен, я ставлю, допустим, один неморской город на том месте, и у меня будет уран. Ну, Лёш тоже может уничтожить город и поставить, наверное, то же место с поля, ты же понимаешь. Мне не нравится, так сказать, его положение этого города, что очень близко ко мне. Ну, ты говоришь, что вы не будете воевать, что ты начинаешь. Да, что там, 20 ходов, 100 ходов. Лёш, я думаю, сейчас как раз ведь ударится, зачем ему подарить там уран. Уран. Я почему-то очень сильно сомневаюсь, что Лёша согласится мне подарить уран. У меня там есть еще единица урана, чтобы тебе отдать. Если у меня два урана, то я вообще без проблем тебе один уран дам. Да, если ты против него не будешь этот уран использовать, я думаю, тебе даст. Если у него два. У тебя есть два урана. У меня есть? Три урана. Есть? Бразилец. А у меня нет. Бразилец, я тебе даю уран. То есть я согласен. При любых условиях. Улететь в космос. Ну. А, мы с тобой мир. Ну, значит, другие должны на меня нападать, видимо. Ну, как бы. Я не готов, извиняюсь. Слушай, ну это интересно, конечно. Вот он впереди меня по науке, да? То есть, по идее, он вперед раньше меня улетит в космос, ну, скорее всего. Я готов с ним мир заключать, типа не нападать на него и давать уран при этом. Исходя из того, что он даже впереди меня. А вот он считает, что я улечу в космос, и он не сможет на меня напасть. Ситуация в конце игры всегда может очень сильно поменяться в корне. Но я-то почему-то готов на этот риск пойти, чтобы мы замирились. Это есть называется компромисс. Компромисс — это когда нейтральное, так сказать, решение. Сейчас я только проигрываю, а ты получаешь мой город. Это не компромисс. Ну вот, он тебе урод дает. Все, давайте мириться уже и как бы уйти из космоса. Понимаешь, если бы мы типа с тобой вдвоем такие начали войну на ровном месте, там, друг против друга, то да, ты был бы прав. Но я тебе не хочу отдавать город по той простой причине, что это тебе очень поможет дальше вернуться в своем развитии. Я даже сейчас от тебя отстаю в развитии. Даже сейчас, несмотря на то, что ты там потерял три города. Ну я последний по промке, кстати, если что. Последний. Ну, а я предпоследний. Круто. И вот мы между собой ругаемся, продолжаем что-то выяснять. И выясняем, кто из нас раньше в космос улетит. Как я понял, мы не сможем, так сказать, прийти к совместному решению. Так сказать, у нас, так сказать, конфликт интересов. Подожди, он же согласился с тебе. Ну, мы же согласились, да, даем тебе уран, город, да, лес, мы ставим. Не будь бараном, все. Вот надоело вот и это. Все, давайте уже. Реально, если себя барана какого-то строишь, ну, уже понятно, что надо либо договариваться. Либо он не возвращает город, либо нет. Все. А сможете ли вы угадать, благодаря кому появилось это видео? Да-да-да, традиционно 2GIS. Эта компания выпускает не только одноименный справочник и карты городов, которые работают даже офлайн, но и поддерживает мой канал о стратегических играх. Адреса, расстояние, время работы и другая детальная информация о городе в одном приложении. 2GIS, если быть точным. Как бы там японец армию наращивает, или сейчас на француза пойдет, а вот это. Не, быстро. Да, тут уже на границах все стоит. Как бы это уже не моя проблема. Ну вот тебе как бы самое время сейчас вам мириться. В 4-5 городов своих развиваешь, и как бы Лёша, ты тебя особо делал пока не будет. Там будут другие моды. Да, он тут апают уже вообще. Там есть воинственный грех, который все рвется в бой. Пусть он останавливает. Лёша, а можешь там какое-нибудь научное это соглашение кинуть, что тебе нужно? Ну, слушай, а ты что, не можешь? Ну, я думаю,
ты это по впереди меня, я могу. Тебе легче угадать. Это Грек говорит, да? Да, да. А, так ты мне что-то прислал. Да? Возможно, да. Ко мне даже никто это помочь не сможет, да? А тебе никто не сможет Нет. прийти. Понимаешь, чтобы пришел Грек, надо, чтобы он прошел через меня, но он не хочет со мной мириться по непонятным ни причинам. Это ты не хочешь ни с кем мириться. Не надо вот на других сваливать. Почему ты не говоришь? Вот, давай конкретно. Ну, а они не хотят мириться, потому что ты не миришься со мной. Ты и не понимаешь, почему, да? Я последний по всему. Мне как бы это неинтересно. Пол, у меня несчастье в столице растет. Кого это? У японца? У француза. Сейчас восстание начнется. Писали в меня в войнушку, называется. Еще говорят, что я меньше всех не вложил. А, японец, он выкупишь уран, да? Как только город горит. Я уже передал себе клеточки. Все нормально. О, блин, а я что-то... У меня, оказывается, урана нету, а я что-то это иду в термоядерку. Слушай, а японец, а город, типа, сгорает, но при этом жители не уменьшаются или что? Или он просто не сгорает на самом деле? Он сгорает, сгорает. Ну, 11 но... жителей, как было, так и осталось. За жителями я не слежу, но ходы-то уменьшаются. То есть, вот, видимо, просто ходы считаются в игре. А кто-то поможет французу с ираном? Ну, я могу, но мне нужно, короче, отплодить войска, а путь их. Через несколько ходов только танки. Надо быстрее взлетную полосу построить. Я бы помог, конечно, французу с ураном, если бы у меня он был. Это бразилец вот мог бы, может, сейчас вот против японца начнем воевать. Может, отбил бы свой город, вот который сбил. Город сейчас сгорит. А. Понимаешь? Ну вот поставишь там новый. Я его не отобью, но он просто морской город. Я не, вообще не вижу никакого смысла воевать против японцев. Сейчас начнется движуха против японцев. Ну, я ты можешь как бы развиваться. Либо помогать там, я не знаю. Помогать я не буду в войне против японцев. Ну, вот как строить и корабли улетают. Да, я буду так и делать. Так давай помиримся, как бы, чтобы... Ну, да, да. Не, ну как бы со всеми. Я, конечно, тебе ничего не делаю, но как бы, со всеми надо мириться. Мириться и дальше развиваться. Мне нужен, город, Фран. Я возвращаю город и мирюсь. Проблема только в этом. Японец, а зачем ты аэродром строишь? Даже не знаю, что тебе ответить на этот вопрос. Нет, кстати, они... там это глюков нету с ними или как? Не, они просто не нужны сейчас. В смысле, они не работают? Не работают. Ну, самолеты базируются в городах. Си-6? Нет. Да. В городе же один может только, да? Только... Ну, как бы... То есть все самолеты... самолетов можно... Да. Так, да, у меня да. тут самолеты был художник. Самолеты, в принципе, беспонтовые, но если ты как бы хочешь мне играть, аэропорта лети не нужно. Не понятно, спасибо. Я не знаю, может быть, когда они летают из аэропорта, они там какой-то бонус? Ну тут же, когда аэропорт построишь, бонус к строительству, бонус к опыту.
Построить аэродром. Бомбардировщики, не знаю, по-моему, очень неплохо заходят. Они по 10 дамаги будут там. Ну, когда их 17 штук, они летают на пол карты, не знаю. Ну, если 17, возможно, да. Они сделают удар, по одному удару, и убьют мне целый танк. Просто за это же время мог что-то более полезное. Не, ну если у тебя там другие поиски, просто я вижу, что у тебя граница не вся заставит. Как бы ты взял основную промку в беспонтовую самолетку? Ну ты строишь все. Ну, судя по силе армии, вот это вот вся армия бразильцы. Кованная, просто она как бы надоела за столько лет. Она надоела, и там просто много несуразностей, если уж прямо говорить, которые были. Я не могу вот после 6 целых в пятую играть. Не слышно, обновлять не будет. Я думаю, в марте, наверное, что-нибудь будет. Там раз в 3 месяца у них стандарт. Я надеюсь, что они какой-нибудь нормальный патч выпустят, там же получается все эти моды потом заново. Да, не только лидеры. Сейчас еще мод интересный должен выйти. Ну, правда, он совсем в пятую цель убрать эту игру. Интересно, что получится. Не исключено, что мы продолжим в эту. Или сделать армию из этих ребят. Не, этот пускай тут сидит, там еще варвары какие-то бегали. Бананы не на холме, а в этой игре все вырубают, правильно? Я вообще не задумывался про бананы не на холме. Так, могу один караван опять отправить. А нет, 11 из 11. Странно. Леш, ну что, вы там воюете еще, да? Да. Это называется, что мы отдали победу японцу. Не мы. 1-1. Ну, видишь, вот, к сожалению, вот играть с людьми, которые не в состоянии... Вот он считает, что он играл на развитие классно, а мы ему помешали победить. Вот. И все. И надо дальше расстроиться. Вот вопрос. Вот, почему ты мне не можешь отдать город, и все будет хорошо? В чем проблема? Ну, как будет хорошо? Что тут будет хорошего? Я тебе еще раз объясняю. Кому хорошо, уточни, да. Да. Во-первых, я от войны хоть получаю хоть какой-то бонус, который мне какой-то плюс дает в моем развитии. Во-вторых, я отнимаю у тебя это развитие, чтобы ты обратно не вернулся к тем показателям, которые у тебя были. Я уже не говорю о том, что ты уже рассказал, что там уран есть, чтобы у тебя будет уран, и что, и на кого ты первую ракету сбросишь? Видимо, на меня.
6,6%. Ну конечно, понимаешь, если ты просаживаешься по ноге, то ты мне, я думаю, не будешь, так сказать, не очень нужен. По-моему, логично заключить договор, что я тебе даю уран, и никто никого, мы в мире, в союзе, и оба друг на друга не могут никак повлиять. Но нет, ты хочешь город с ураном, не заключать никакого мира, и я должен на это радостно соглашаться. Я хочу город с ураном, я готов заключить союз. Но он... У японца есть уран, ребят? Конечно. У японца есть уран. Да? Я да. Всего три клетки не вижу, и там есть уран. А что у меня? Зачем видеть уран, если в дипломатии он есть? Ну, конкретно знать, где он. Прикольно, скоро там Курикиба сгорит. Подождите, он в этом городе, а... Да, два хода, три хода. Три хода. А Куртиба на кому остается? Курикиба сгорает. А, сгорает тоже, как и море. А море — это город, который поставил японец на уран. А, то есть он вот там вот уран взял? Да. Он не жирно? В самый раз. Это проблема такой уже... город в стране... Не, ну фигня. Это называется урановый город. Что ты раз играешь? Не, бро, не, он просто так далеко от его территории. Ты знаешь, что такое урановые города? Ты идешь на полкарты и ставишь там город, который тратит. Я думал сначала вниз пойти, а потом увидеть сверху. А вниз бы я пошел бы до Египта. Мозаика. Так, а что у нас тут? Какие бонусы? Эрмитаж. Непонятно. Так, а у вас там война идет или нет? Или вы идет, или... идет. Он атакует, вон Гаурулиус атакует. Нет, я это японец французов спрашиваю. Нет, не воюем. Временем по религиозной победе остался один город француза, ну и бразилец. Да он не победит никак. Если никто не заметит, то победит и... Да это невозможно победить религиозно. Сто раз уже побеждали. Ну в этой игре невозможно, просто никак, ноль шансов. Ну это ты так говоришь. Ну я просто вижу, что он не победит. Почему один город француза? Надо же половину. Зара австрийцев, Женеву религию или его. А, тут религия. Это бразильская религия. Да, сорян. Двое осталось. Я ему уже обвинение кинул. Чтобы он тут не сядет. Давление не такое, как пятый. Да у меня на давление ничего нет. Ну да, я думаю, тут религиозно может грек победить только в том случае, если мы будем захватывать города бразильцы и их уничтожать. Только в таком случае. И французов. Все, началась война Япония-Франция? Или нет? А с кем? У меня тоже вышло. Я сделал клэш Женевы. Я не понимаю, почему вы до сих пор перекупаете Женеву? Вы же, ну как бы, 6 жителей послали и все. Я сделал квест Женевы.
Ну как бы сейчас это Джек воюет, так что особый бонус. А, ну да, точно, он воюет. Ну вот, Джек, давай мы тебе еще женил отдадим. А мне женил, не интересно. Потому что даже если я воюю, я от нее бонус не получаю. Ну нормально, 400 золота вход. Понял, скорее всего, уже ядер. Да? Да. Можно ждать бум-бум. Ты дыщ. Ну да, а что, что у меня? Современные танки. Нет, он уже следующий тысяч. А. Нет, 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 да, современные танки. Ошибся чуть-чуть. Египет, а разве есть у тебя шпионы? Что это за... На всякий случай. Не, так это ж появляется, по идее, когда реально что-то шпионы делали. Ого, 14 ходов. Чё-то долго. Блин, он ещё не всё. А у ракетного крейсера разве дальность была не 4? На уран-то можно рассчитывать?
За каждый разработанный редкий ресурс. Давайте-ка мы это исследуем. Так, тут тоже что-то хорошее есть. Не в фашизме, а вот тут. Так, я, по-моему, не везде. Вот в Непуре не построил еще. Или там как раз у меня... Непурский товарищ бегает. Вот этот. Да, из Непура, ага. Значит, все археологические музеи у меня археологов построили. Египет, как нехорошо. Что? Своровал что-то? Не, пытался. Но не получилось. Я, короче, ходов 9 назад поставил в Куритибе строится Иисус Искупитель. Ну, просто тупо, чтобы он там строился, чтобы тут не париться. Он таки достроился. И сейчас город сгорит, да? Сейлов. Ага, сейчас город сгорит. На следующий ход. А как карточка называется на производство танков? Кавалерия. Просто название карточки кавалерия. А, как карточка, я не знаю, это щина плюс кавалерия. Нет такой. Есть. Ну, вот другие хард. Ну, тут на английском просто. Переводчик. Да, так называется Blitzkrieg. Ох, этим какую-то ЛДГшку прикупил, да? Ну да, Женева. Опять научные города начинают скупать. Разбойщики какие-то. Это я про бразильца вообще-то говорю. А ты про кого? Ну, да, и он про бразильца. Улетает, да, уже? Да. Если сейчас вот замиримся еще, то вообще... Ну, ты понимаешь, вот два научных города-государства. У тебя теперь с ними война на данный момент. То есть ты уже не получаешь с них науку, а он получает.
То есть давайте замиримся. Ну те ж сказали условия мира. Ты ж не принимаешь. Как бы я с тобой не хочу мириться, с остальными тебя готов замириться. Блин, так, по-моему, уже пятый раз будет сейчас по кругу все одно и то же идти. Ну ты, давай не будем об этом говорить. Ну ты же начал. Жил мир греку. Так, интересно, могу ли я тут где-то вообще... С японцем, по-моему, мы там уже давным-давно все обговорили. Махиджидоро атакует. Не пойму эту. Ой, ты решил глупость сделать, что ли? Что? Ты решил глупость сделать. Я? Да. Я против, чтоб ты брал. Я тоже. Че, против. Гоните, что ли? У меня урана нету. Ну, мне его ничто не дает. Ну и что? И что? Это кто тут против? Бразилия. Я против, и японец против, и бразилец против. Ничем там не поперхнетесь? Ладно, потом с тобой повоюем тогда, в чем проблема? Со мной? Сейчас? Бра... За то, что я себе беру уран? Что за бред? Японец поставил год вопрос. В 30 клетках от себя вообще за ураном, и ему ничего не сказали. Как тут все сказали? На победу японца? Кто это вообще говорит вообще? Что за дебил? Это да, бразилец говорит, это мой уран. Какой твой уран? У тебя урана там выше крыши. Нормальная тема. Это мой уран, я его не отдам. Давай повоюем. Японцам я замерился. У меня все, допустим, сейчас отлично. Давай я тебя заодно и в ЧС скину за... Понимаешь, с одной стороны, я считаю, что делаешь неправильно, ты нападаешь на мою союзную бегешку в тот момент, когда я не могу тебе... У меня урана нету. И я три раза просил дать мне уран. Кто-то... Я как должен дефиться от японца? Он стоит и армию апает, а у меня старый танк. Что, я должен ему отдаться просто? А да. Вы ему потом скажете, да, все ГГ да победил, я не понимаю логику остальных игроков. И еще, а кто еще там высказывался против того, что я это ГГ? Я, японец. Японец и бразилец только высказывают, все остальные да. За. Не, ну японца я понимаю, а бразилец... Не, бразилец, то есть он как бы и тот город хотел себе с ураном, и тут союзник у него оказывается с ураном. У тебя есть уран? Очень интересно. Клетки от моей территории. Я тебе могу дать уран, я не видел эту клетку. А, то есть бразилец у тебя есть уран все-таки? Да, че? Кстати, да, у него есть. Он непонятно каким радиусом умудрился. Как у него и уран есть, и у союзника есть, и там он не хотел уран давать. Отлично, да. Ну ты Джек, конечно, норм. Вообще просто. Почему я должен делиться своим ураном с кем? У тебя есть один, зачем тебе второй? Как бы я понимаю, если бы там у японца не было урана, и ты не хотел бы ему отдавать. Ну ты мне кидаешь шумер. Уран, Джек, или что? Она на следующий ход падает. На следующий ход, в начале следующего хода тебе кидаю уран, договорились? Нет, рабочий обработает. Да забирай, слушай, они имеют с него культуру немеренную, француз.
в союзниках. У меня тоже, Кати, 6 послов в Махенджо-Даро сидит, но я не против. У тебя будет свой уран, ты не будешь ни от кого зависеть. Ты ж видишь, как с Джеком классно вести переговоры. Конечно. Грек, а что это за армия апостолов? Стесняюсь спросить. Это француз спрашивает. Ну я тебе сказал, мы с тобой дружим, я к тебе апостол нету. А это прикол. Они отплывают пока. Чего апостол, слышь? Да победит. Я считаю не вполне честным это захватывать союзные ГГшки в тот момент, когда нельзя объявить друг другу войну. Я не из-за этого... Ну, вообще-то это как бы дипломатическое оружие. Я даже не знал, что она твой союзник. Я даже не посмотрел, кто через ДР. А ничего, она всю игру мой союзник. Можешь кинуть мне... А ты разве не все открыл то, что ты хотел? Она вообще дает дерьмовый какой-то этот самый эффект, когда она не в конце этой игры. Вопрос, а у нас было запрещено, насколько я помню, захватывать союзные ГГшки, если ты не можешь объявить войну? Да, я не помню такого правила. Я тоже не помню такого правила. Это где-то на турнире, это было на последнем. Это было скорее... Нет, там скорее не про захват ГГшек, а перекупать на последнем ходу что-то такое. Да, совсем другая интерпретация там была. Ладно, не проблема, с тобой чуть-чуть повою. Блин. Совсем повою. Джек, с тобой так приятно играть. Вообще, особенно мне нравится. Это, по-моему, это конкретная игра на победу японцев уже пошла. Вот именно. Обалденно. Забрали мой город, не хотите мне... А за это можно получить город, забрали мою бюджет. То есть вы хотите, извините, все, так сказать, забрать у меня все, что только можно, при этом еще самим победить и не дать мне... Я просил уран. Я тебе говорил, я тебе... Бразилец, у тебя, оказывается, есть уран. Ты еще и обманываешь. То есть у тебя вообще нету смысла Гаурулиус брать. По-хорошему вот на это упарываться здесь. У тебя есть уран на территории, оказывается. Круто. Получил на море, мог бы там что-то японцу, допустим, поставить. Ничего, сейчас я современными танками заберу Гаурули. Зашибись. У меня сейчас прям во всех городах стоит на то, чтобы строить современные. То есть вы меня собрались пилить на двоих, правильно? Не, он будет со мной воевать, не беспокойся. Так, где у нас тут современные танки? Торговать. Это такой... Два аэродрома надо. Еще один надо построить. Военный конфликт. Что за торговать? Сейчас просто как бы... Не знаю, что там у нас творится. Там, начали... Просто ты вообще, так сказать, не при делах.
не знаю, ну, ты упираешься, мне как-то с тобой торговать не хочется. Как бы давно уже движок новый начал. Конечно, у меня забрали мою бюджетку, и я еще виноват, ни хрена себе. Ты виноват в том, что наврал про уран, то, что ты упираешься с войной, когда можно было давно мир заключить. Да, и на всех ты гонишь в том плане, что ты со всеми хочешь воевать. Да, не будем. Так я объясняю, почему Грек с тобой не хочет нормально вести дела. Грек не хочет и не хочет. Ты в течение всей игры показал, как с тобой дела нормально можно вести. В течение всей игры со мной все нормально вели дела. До того, как вы начали меня пилить. Ну мы тебя распилили? Блин, я случайно. Сейчас. Вы что скажете? У тебя получилось забрать мой город? Ну это не у меня получилось, а совместными усилиями. Вот. А циферки просто он поступил очень подло. Кто подло я поступил? Подло. Да. Француз? Да, забрал мою бюджетку в тот момент, когда я не могу ему объявить войну. Ну это как бы дипломатия вообще-то. А я что, должен был японцу отдаться просто по твоей логике? Да чего ты говоришь, что ты не должен отдаться? Я же на тебя не нападаю. Не, ну ты ж собираешься. Да не, чего ты взял? Послушайте, в данном случае все подло, когда против бразильца. Когда бразилец заключил мир с французом и сразу после этого стал остальных прессовать, когда француз уже не мог ему объявить войну, это не подло. А когда бразилец не может объявить войну французу, это подло. Я не начинал никого Так, вот у меня 3 космопорта. Ну что, вроде говорили, что башня Эйфеля построена. Кого? Эйфеля башня. Нет, я говорил про... Христа Искупителя. Да. Нет, это я помню, а вот до этого, до того, как мы с бродителем что начали воевать, или что-то будет. Показалось. Не знаю, не знаю. Ясно. Ну, так сильно он по мне бьет. Японец не поможет воевать с французом и забрать город? Конечно. Спасибо. Круто. Давай примерно через 5 ходов я нападу со своей стороны современными танками. Леша, ты разобрался, что ли? А мне тут и юнитов достаточно. Как бы он не в современных танках, я в современных. Ну, можно после этого как бы просто победу бомбу поставить. У меня... У бразильца нету денег. Нету денег у бразильца апать юниты. Слава богу. А ядерки мои, значит, улетят на GPM. Ну, без проблем. Много у тебя ядерок? Пока ни одной. Проблема, да?
Интересно, получится у грека победить религии? Ему осталось обратить бразильца и француза. Француза раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь городов. То есть четыре города. Давайте глянем. А, ну у бразильца вообще тут по 100% все. Ну да. Если француз еще может обратиться как-то, то бразилец нет. Современные танки пошли. Так, а где у меня генерал тут сидит? Так, давайте-ка мы плюс 5% к производству юнитов сделаем. Так, все в войне. Ну вот видите, ну нету смысла с бразильцем было просто заключать мир, чтобы он на кого-нибудь другого шел. Как все-таки работают ускорения, когда пишется, нужен великий ученый или шпион? Ну, либо... Куча шпионов, куча ученых. Ну, шпионом это украсть теху у кого-нибудь, типа, она ускоряется. Все, я понял. А ученым, понятно, если там написано, что он ускоряет, то ускоряет. У меня юнит с нуля здоровья и не лечится.
Что-то не пойму, где уран? Угу, вот уран. Ну и больше у меня урана нету. А нет, есть, вот. Все. Ну вот тут еще, да, ну блин. До него хрен дотянешься тут. Джек при этом продолжает каким-то образом ходить по науке. Ну, не добили его. Как, да, француз только с первой войны, чёрт. Где а француз первый? Нет, я имею в виду, француз первый как бы начал от войны с... уходить с войны, ну, от войны с... родителей. Да. Вот как бы сейчас. Ну, знал бы, как оно повернется. Я бы посвятил француз, эту партию, думаю, там, чтобы его добить. Там японец и разберется по большей части. Ну как бы, если бы мы французы сейчас добили, у нас бы как бы четверо там одного японца там что-то могли бы, может, придумать. А сейчас вариант маловато. Может, как-то будем... А, у вас война идет. Так, куплю натуралиста. Глянуть. О! Блин, так у меня тут несколько даже. Ну, тут, наверное, не стоит, потому что город могут обратно забрать. Так. Да, современный танк. Суровая штука, я смотрю. Просто одинокий танк, даже не в армии.
Да, блин. Почему сбрасывается выбор юнитов? Демография говорит, я на 9 тех отстаю. Джек, Бимер и циферки в информационной эре. Я вот у грека не вижу урана. Так, ну надо отступать будет. Все, покеда пушечка. Вот циферки. Ну что, по идее должны дать бонус, да? Уже почти половину набрал. А Бимер уже спутник запустил.
Денег, по идее, у него нет. То есть он тут не сможет сразу армаду купить, например. Надо будет сразу обстреливать его подводками. То есть, дело в том, что я с японцем воевать никак не могу. Я ничего не могу японцу сделать. В принципе, вот вообще. Ай, нафига мне этот скаут? Он даже ничего на... Хотя я же его могу проапгрейдить. Смотрю, в Греции вообще постул по всей карте бегает. Там аккуратнее, он может накопить, а потом внезапно прийти и... Да не, на самом деле, ты включи линзу религии и посмотри, какая у религии у бразильцев. У бразильцев все города 100% в его религии. То есть, чтобы их обращать в религию грека на данном этапе игры... Ну, я не знаю, там апостолов 5 или 6 на каждый город надо. На один город просто. Там очень большая уже. Так что религии тут действительно не победить. Вот французские города потихоньку обращаются из-за того, что на них давят японские города религии. Пользуйтесь 2GIS и играйте в умные игры, а продолжение завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк, а во-вторых, поделиться этим видео, раз уж вы досмотрели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен, и это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом все. Играйте в умные игры.